Подожди, я вот так вот хочу, что вот тут вот решила заснять то, что мы тут стояли, пили пиво с рыбкой, и все на нас тут обращают внимание. Ну, я вот решила теперь, ну, видишь, даже кто-то сфоткал, тоже сзади там вспышка была. Да, сейчас я покажу, где мы вот тут стояли. Вот такая вот красотища у нас. Вот такое дерево красивенное. Вот такое вот у нас. Подожди, еще до пива я не дошла. Стою. Так я же хочу отойти. Отойти ж хочу. Вот у нас тут вот где-то мы на ВДНХ. У нас тут такая вот красотень. Правильное пиво. Да, и все классно. А? Тут не видно, если что? А что, тут не видно? Это правильная рыба. Это что она была? Чихоня. Чихоня. И правильное пиво. Бочковое ваше броварня. Ребята, риками. Так. Будет вам счастье. Тут Антон только, не только мастер-классы по декоративке. Я решил давать мастер-классы по... Хорошо. Наполняться красным, вы думаете, как это получается? Вот так. Выходной день. Вчера был на природе, нырял. А сегодня Валентин день не решил. Вот так мы проводим Валентин день. Правильно, с правильным пивом, с правильным рыбой. Рекомендую.